Спасибо вас тоже, поздравляю с праздником. Желаем вам мира, благополучия. Сегодня всем мусульманам. Здоровья вам, долгих лет жизни. И удачи вам в вашей нелегкой работе. Чтобы все хорошо было. Все будет хорошо. Сегодня все мусульмане отмечают. Да. Спасибо. Этот праздник, поэтому я, конечно, будучи в мечети здесь, в Дербенте, хочу поздравить и вас, всех мусульман России с этим большим праздником. Спасибо большое. Хорошо, спасибо. Благополучие. Спасибо, с вами тоже. У нас, слава Богу, благодаря таким священнослужителям, как вы, в стране прочный межрелигиозный межконфессиональный мир. И патриарх Московский всей Руси учит и православных христиан поддерживать это состояние. И все время нам говорит, мусульмане – это наши братья. Правильно. Мы тоже так думаем. Так оно и есть. И это скрепляет единство нашего народа. Многонационального, многоконфессионального, но единого народа. И это святыня мусульман, и мусульманская святыня, и для всех других святынь тоже должна и является святыней.